Юбилейные нагрудные знаки Московской областной думы получили депутаты Совета депутатов округа и активисты Молодой гвардии. Награды своим люберецким помощникам в общественно важных делах вручил Дмитрий Дениско. Не только развивает спорт, но и популяризирует его среди молодежи. Участник Олимпийских игр Павел Софин для развития партийного проекта «Детский спорт» придумал отличный способ привлечь ребят к занятиям. После первого года работы мы поняли, что основная наша задача – это не только мероприятие, но и информация о мероприятии. Потому что детей приводят в спортивные школы, в секции, в клубы именно родители. А родители у нас очень продвинутые пользователи интернета. И мы еще начали подавать большой объем информации именно в соцсети, популяризировать спорт и рассказывать про каждый вид спорта отдельно. За достигнутые результаты и плодотворную работу в различных направлениях Дмитрий Дениско наградил 12 участников партийных проектов «Единой России». Нагрудные знаки к 25-летию Мособлдумы получили народные избранники округа и представители Молодой гвардии. Это люди, которые в последний год, а некоторые уже и 3 года, были рядом со мной, помогали в любых общественных начинаниях. То есть это мои помощники в различных областях взаимодействия с нашими жителями. Кто-то работает с молодежью, кто-то работает со старшим поколением. То есть у нас есть люди, вот, на которых мы опираемся. И это люди очень активные, они сами приходят с инициативами. В неформальной беседе участники встречи обсудили реализованные цели и наметили задачи на следующий год. В планах активистов продвинуть проект по строительству хореографической школы в Люберцах. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.